Всем привет! Сегодня очередной день на Пхукете. Отличное настроение, как всегда. Вчера покупались в море. В общем, сегодня заряжены поработать. Сегодня мы приехали посмотреть вилловый проект, который называется «Вилла Сумали». Мне в первую очередь почему заинтересовал этот комплекс, потому что здесь русские инвесторы. То есть люди, наши соотечественники инвестируют в Таиланд, в строительство. И мне интересно посмотреть, что это вообще будет. Погнали! В вилле Сумали 14 участков, 13 из них это будут жилые дома. Вообще я первый раз услышал про такое слово «твин хаус». «Твин хаус» — это как дом, но только который находится по соседству, то есть как близнецы. Сейчас буду сам первый раз в жизни смотреть, что это такое. Еще раз, 13 домов и одна часть поселка будет отдана под инфраструктуру. Там будет бассейн общественный. Начнем с первого дома. Я бы здесь поставил себе зону для барбекю. Ну что тут у нас? Вкусно пахнет. Все дома вилла Сумали идут типовые. 144 квадрата общая площадь. Здесь две спальни, зал и три санузла. Все дома идут двухэтажные. Пошли смотреть. Посмотрели дом. Первое, на что обратили внимание, это на качество отделочных материалов, на мебель, технику. Все круто. По цене такие дома начинаются от 5 800 000 бат. Это без мебельного пакета. Если хотите получить дом в том виде, вот как мы видим его сейчас, то плюс 300 000. То есть на сегодняшний день можно получить еще скидку от застройщика 15% и взять такой дом с мебелью и техникой за 6 миллионов 100 000 бат. Этот проект находится в районе Равай. Ближайший пляж, который называется Найхар, находится в 10 минутах езды. Также здесь рядышком находятся гипермаркеты. Это Tesco, Lotus и Makro. И рядом находится Равай Маркет. Это место, где можно купить морепродукты. Вообще, совет для людей, которые собираются приобретать недвижимость на Пхукете. Позаботьтесь о транспорте. То есть вам по-любому нужен либо байк, либо автомобиль, потому что расстояния на острове большие и общественного транспорта здесь нет. Поэтому машина либо байк — это первая необходимость. В этом проекте две фазы строительства. Первая уже завершена. Этот ряд состоит из 7 домов, собственно, то место, где мы сейчас находимся. Напротив еще будет построено 6 домов. И вот там, где стоит бетономешалка, за ней будет бассейн. Как мне нравится, когда делают вот такие ограждения. Я прям не люблю, когда приходишь, и тут такой забор, еще и кованый. А вот такие штуки очень стильно смотрятся. За это от меня большой лайк. Здесь очень удобная система платежей. Владелец платит 5000 бат в месяц. В эти деньги входит пользование общественным бассейном, также это плата работы охранников, то есть здесь везде будет ограждение, везде будет охрана, видеонаблюдение. И дополнительно в эти 5000 входят услуги садовника и безлимитная вода. То есть кроме 5000 бат вы будете платить только за электроэнергию. У этого проекта есть программа гарантированной доходности 7% в год, и контракт заключается на 3 года. То есть таким образом вы за 3 года возвращаете себе 21% от стоимости. Более того, у вас есть месяц в году для того, чтобы приехать и пожить в своем собственном доме. Учитывая, что мы сами гости на Пхукете, нам рассказали про рынок Равай, то есть там есть, это вообще рыбацкая деревня, и там продается много свежих морепродуктов. Нам рассказали все так красочно, что мы не удержались и поедем сейчас пообедаем и посмотрим, что это вообще за место. Проехали примерно 5 минут, и вот мы на пляже Равай, здесь рыбацкая деревня, здесь один за другим идут рестораны с морепродуктами. Мы сейчас кого-нибудь возьмем из этих аквариумов и съедим. Я сейчас так посидел, подумал, 6 миллионов бат, дом на Пхукете. Минус 21%, это остается где-то 4 миллиона 750 тысяч бат. За свой собственный дом с двумя спальнями, двухэтажный дом на Пхукете, я считаю, это более чем приемлемая цена. На мой взгляд, проект очень удачный с точки зрения местоположения и цены. Вот, добрались мы до Равай. Сейчас будем пробовать всю эту вкуснотищу, которую мы заказали. Надеемся, сегодняшний выпуск вам понравился, мы для вас старались. До скорых встреч, наши друзья.
Я уже просто не могу подбирать слова, потому что очень сильно хочу кушать. Ну, в общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вы все знаете. И пока-пока.